Нарезаем капусту крупными ломтиками. Если в баночку не поместится, можно еще пополам вот так вот сделать. Я сейчас посмотрю, если не поместится, так еще. Капуста, свекла, чеснок, морковь, черный перец горошком, душистый перец, петрушка, зонтик укроп, вот у меня веточка и такой вот сушеный. И у меня сушеный сельдерей и вот такая вот корень сельдерея замороженный у меня. В общем, сюда вот это все нам надо теперь выложить. Значит, на дно кладем укроп. Дальше на дно кладем петрушку. Сельдерей. Сельдерей, острый стручковый перец, вот у меня такой маленький кусочек, потому что он нереально острый, сюда хватает столько. Так, горошек, 3 штуки душистого хватает на 5-литровую банку, обычный перец горошек, чеснок, несколько зубчиков. Кладем на дно морковь, свеклу, так, какая-то крупная свекла у меня. И теперь нам надо выложить туда капусту. Большими кусочками хотела, но горлышко маленькое, очень сложно будет потом и доставать, и вообще класть, поэтому как получилось, вот такой вот кусочек постараюсь. Так, эту посередине. Можно придавить, ничего страшного не будет. Следующий слой опять свекла, морковь, чеснок. В основном свеклу надо побольше для цвета. Чуть не забыла лаврушку. Снова перец черный. Но уже не душистый, а обычный черный горошек. Так, снова капусту. То, что если останется у вас капуста, можно будет доложить через день или через два, когда спадет. Вот эта капуста, когда будет
солится, она спадет потом. Можно будет доложить. Так, я порежу. Одна баночка у меня готова. Сейчас будет еще одна. Теперь наливаем сюда обычной холодной воды. У меня фильтрованная вода, но не кипяченая. Нам просто надо измерить, сколько идет сюда воды, количество воды, чтобы разбавить соль. Но соль мы будем разбавлять не по воде, а по банке. Если у нас, значит, 5 литров, 5-литровая банка, идет 5 столовых ложек соли. Наливаем эту воду обратно в какую-нибудь емкость. Посмотрите, уже свекла дала свой цвет. Добавляем 5 столовых ложек, вот такая вот ложка. Без такой, без горки, можно сказать. Хорошенько перемешиваем до полного растворения соли. Дам немножко постоять, где-то минут 15, чтобы соль полностью растворилась. Точно так же сделаю со второй банкой.
Так, соль растворилась. Теперь заливаем. Еще раз говорю, соль у меня на 5 литров 5 столовых ложек. То есть на 1-литровую банку получается 1 столовая ложка без горки. Закрываем крышкой. Все, оставляю вот так вот на кухне, будет сбегать. Для этого нужно класть посуду где-то 5-6 дней, вот так вот на кухне точно должно быть. Дальше будем смотреть, если она уже готова, можно будет положить в холодное место, либо в холодильник, либо в подвал, либо на холодный балкон, у кого что есть. Это на следующий день, посмотрите, насколько она смягчилась. Теперь нам надо сюда положить что-нибудь, какой-нибудь груз, чтобы вот так вот вся капуста погрузилась в эту воду. У меня есть такая крышка, а сверху вот так вот положу стакан. Все. Хочу показать вам, прошло у меня 4 дня, значит, субботу мы сделали вечером, сегодня у нас среда. Вот, посмотрите, какой цвет воды в банке. То есть она у нас готова где-то на процентов 70, но ее уже можно кушать. У нас бабушка Рая уже кушает на следующий день. Вот, я люблю, когда совсем она дошла, хорошо вот засолилась. Сейчас, значит, на кухне очень жарко, отопление есть, поэтому 4 дня на кухне хватает. Отправляю я в холод, но прежде чем отправить, я, значит, сделаю из двух банок, что-то мы съедим уже. Остальное обязательно надо держать в холоде. Хочу показать вам, что у нас получилось за 4 дня. Что интересно, что вот в пластиковой бутылке, вот этой вот, они пораньше дошли, чем в стеклянной. Вот так вот выглядит наша капусточка. Очень красивая, аппетитная. Это еще она не готова. Готова она здесь на 70%. Осталось еще где-то, ну, максимум 3 дня, и она полностью будет, полностью внутри, вот уже не будет вот этих белых частей. Она будет уже совсем готова. Поэтому постараюсь выложить вам обзор, либо выложу фотку на обложку, потому что докладывать видео уже не получается отдельно. Вот. Вот так вот. А по хрусту сейчас вам скажу. Ну, думаю, вам слышно. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока.